Я перебью. Мария Андреевна, она кем у нас будет? Кем она себя видит? 12 лет уже ведь задумываемся о том. Ну, вот мне бы, это, конечно, большая проблема. Меня очень пугает то, что им нравится журналистика. Ага. Так не должно быть. И вот мы сейчас... Там еще работает... Иван Андреевич тоже, да, собирается? Да. Да? Ага, ну, я думаю, что это временно, это детское. Ага. Но вот я еще главным редактором журнала «Русский пионер» работаю, и мы делаем сейчас детский номер такой, ага, в который дети пишут вместе со взрослыми. Ну, такая ага, новая тоже для меня история. И вот они туда уже, не дожидаясь, мы еще макет не сделали, а они уже туда пишут статьи, ага, тайком друг от друга. Uh-huh. А исключительно, конечно, в расчете на гонорар. А, вот так вот. То есть, конечно, там они, ну, речь об этом, да. Мотивация. Прежде всего, потому что некоторое время тому назад, еще когда Андрей Александрович Фурсенко был министром науки и образования, uh-huh, они у него взяли интервью. Придумали вот мы такую вещь. Uh-huh. Было предложение к газете, пару, да, газете «Коммерсант». Они uh-huh вдвоем uh-huh задавали ему вопросы. Uh-huh. Надо сказать, толковые вопросы. Ну, я, думаю, я в этом почти помог, не участвовал. Почти не участвовал. Ну, да, да, конечно. Правда, ну честно. Хорошо, я поверил. Вот, я же сказал почти. Uh-huh. Вот, и они получили гонорар за публикацию. В этом я уже участвовал. Я так вот не для них могу сказать, что я им, конечно, немножко накинул сверху, но я об этом жалею, потому что после этого они пристрастились к журналистике страшным mm-hmm образом. И вот теперь они уже все вот в этом детском номере. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».